Давайте быстренько пройдемся по серверу. Должен был как раз отлагать. Какой еще The Burning Crusade? Уже давно. Там задание, что они прогрузились. Нужно подойти поближе. Мне нужна цель. Дела. Пока. Приходи еще. Рад был это была еще одна руда, но, видимо, ее уже добыли или что? Сколько джулс там еще? Оружейная экспедиции, а. А ваш товар разочарованный клинки нашелся покупать? Наконец-то. Это очень хорошо. Берсерка рядом с этой реликвией. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. А потом
духов надо еще убивать, или что вы мне советуете? Не сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Чего я до него не дотягиваюсь? Смотрите-ка, все очень резко скупает. Да? Надо подождать. Не сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Я пока не могу использовать эту способность. Давай пойдем в камни. Мне надо около камня. Чтобы развлекаться. Не сейчас. Надо подождать. Давайте в дурачка выстрелим. Не достаю. Слишком далеко. Наказан. Наказал дурачка. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Я просто не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Я пока не могу. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. У меня нет цели. Не сейчас. Слишком далеко. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Мне нужна цель. Надо еще парочку чуваков замочить. Давайте вот этих двоих как раз. Не достаю, слишком.
слишком далеко. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Недостаточно ярости. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Мы справились с заданием даже. Едем туда, и там надо яйцо опустошителя. Детеныш, а где взрослые челы? А, тут реально есть какие-то яйца. Смотрите. Что ты стал? Нужно больше ярости. Не сейчас. Не серьезно, яйца что ли охраняют? Зачем они ходят? Не мешаю. О, вот, нашел кого-то опустошить. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Детеныш, по-моему, больше сопротивления оказывает, чем взрослый. Даже не знаю, это хорошая новость или плохая. Thank you.
Я пока не могу использовать эту способность. Достаточно ярости. Этот тоже пристанет сейчас, если я яйцо добуду. Нужно больше ярости. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Недостаточно ярости. Не сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Тяжелые наручи темной чешуи с защитой чего-то там. Ладно, мы справились со всеми яйцами, опустошите. Как же хочется побольше руды добыть. Вообще нифига бы не помешало добыть побольше руды. Время – деньги, друг. Пока. Я рад был помочь. 8 кусков мяса злове прям. Приходи еще. Опять какая-то хрень. Ой, нет. Это мне не нужно. Кто это, сквернобот? Нужно подойти поближе, не сейчас. Почему? Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Слишком далеко. Надо подождать.
подойти поближе. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Не сейчас. Нужно больше ярости. Все? Зловепрь. А, очищенное мясо зловепря. А какое добыл? Порченное. Недостаточно ярости. Надо еще подождать. Одно порченное. Не сейчас. Нужно больше ярости. Сюда. Поговори со мной. Пока. Приходи еще. Рад был помочь. Это помог поганых кулинарных рецептов. Ладно, получил эти зловепревую ветчину, но нафиг она мне нужна? Мне лучше рецепт какой-то иметь. Чем я могу помочь? До скорой встречи. Ожерелье. Где вообще мои ожерелья? О, вот мои ожерелья. Плюс 16 к выносливости. Критический удар и сила атаки. Приветствую. Значит, надо просто любой и продать его. За альянс. Полагаю. Здесь мне уже ничего не надо. Да хранит тебя свет. Всего тебе хорошего. Проявляй милосердие к слабым. Во внутреннем дворе оплота чести?
четки потеряла во внутреннем дворе. Чем могу быть полезен? Это честь. Вступай с честью. За Альянс. Надо выйти из дома, что ли? А, прапорщик Трейси Праудвелл, надо поговорить. А где? Я понял. Внутри, возможно, Трейси как раз. Да хранит тебя свет. Ну где этот Трейси Праудвелл? А, вот Трейси Праудвелл. Чем могу помочь? Береги себя. Прощай. А, надо собачий лакомство купить. Удачи. Привет. Какие знаки? Я реально должен купить вот эту хрень. Увидимся. А как я вам достану эти... Нужна помощь? Счастливого пути. Господи, что-то я не очень понял, как я должен выполнять задание. Это.
какой-то сложный алгоритм дали. Надо найти Хаму здесь. Здесь есть Хама. На втором этаже, да? И купить у нее шелковую нить. Кронакай Кристор. Да, Юнис Ака. Теперь у этой тетки надо купить за шелковую нить косточку. Рада встрече. Прощай. Дайте преследовать этого пса. А, я должен буду постоянно покупать у него эту хрень. Или он с первой попытки меня довезет куда-то. Кажется, вот сюда он должен был прийти. Здесь что-то разгрести. Я должен был понять, что это шелковая нить. Там слишком мелкая иконка, и на ней написано, что это шелковая нить. Странный квест, но ок. Да пребудет с тобой благословение. Не теряй веру. Дайонис Ака. Каждый день дарован нам светом. Это реально дренючий дреней. Мару нас не забыли. Я уже вижу, что придется разобраться с полковником. С полковником будет покончено. Я не могу использовать эту способность.
способность. Надо подождать. Не сейчас. Надо подождать. Не сейчас. Всего тебе хорошего. Не сейчас. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Слишком далеко. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Недостаю. Слишком далеко. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Какой сложный экзорцизм. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Мне нужна цель. Не сейчас. Что, не получилось? Открой свое сердце свету. Видимо, получилось. Крепкого здоровья, долгих лет. Да будет благословенна твоя семья. Помни уроки прошлого. Я могу помочь? Да благословит тебя свет. Береги себя. Да благословит тебя свет. Мясистое крыло конюка. Конюка. 12 штук. Не сейчас. Надо подождать. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Подойти поближе. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Еще вот выпадает крыло конюка. Я пока не могу использовать эту способность. Из этого не выпадет, знаешь? Не сейчас.
не выпало. У меня одно крыло, хотя убил уже 4 жмыхов. Да, честно говоря, очень много времени может занять. Серьезно? Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Не сейчас. Я пока не могу использовать. И разу мне опять не выпало ничего. Надо подождать. Мне выпало мясо конюка вместо мясистого крыла. Это прям катастрофа. Не достаю. Слишком далеко. Идиотский квест. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Гениальное крыло. Сколько можно? Это прям катастрофа. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Не сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Не просто сейчас. Издевательство. Я опять пока не могу крыло. Использовать эту способность. Мясистое крыло. Нашел дурачка. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Недостаточно ярости. Опять не выпало. Что-то за издевательство. Этот еще ко мне сейчас прибежит драться. Не сейчас. Что вы от меня хотите? Он же все умер. Долина костей. Я пока не могу использовать эту способность. Зашибись. Надо подождать. Сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Нужно больше ярости. Два из 12, сколько я уже убил? Не сейчас.
Я пока не могу использовать эту способность. Что за издевательский квест? Надо подождать. Ура! Четверть квеста выпала. Слишком далеко. Не сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Все еще 3 из 12. Не сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Не сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Не достаю. Слишком далеко. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Ну, наконец-то стало быстрее идти, потому что то, что когда этого шло, это было ужас. Сейчас. Надо подождать. Слишком далеко. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Да стреляй ты, алло! Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать.
Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Мне нужна цель. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Давайте, надо одного. Подождать. Одного и все. Недостаточно. Не сейчас. Было. Надо подождать. Потрясающе. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Лейтенант Чадвик. Надо обратиться к лейтенанту Чадвику, если по возможности. Найду ли я его? Наверное, найду, потому что он должен быть здесь. Нет? Аркенон Порос. Лейтенант Чадвик. Где он? Может, он в этой половине здания? Не вижу лейтенант Чадвик. Ну, раз не вижу, значит, и кто знает, где он. О нет, я его купил. Кошмар. Мог не покупать. Рика! Нужно подойти поближе.
Ну это хорошо, надо еще лучше качать руду. Лейтенант Чадвик здесь. Приветствую. Чем я могу помочь? А, я не долетел чуть-чуть. Это еще что такое? А, 10 000 хп. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Сначала нужно выбрать цель. Не сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Не сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Немножко сложное задание, я не понимаю, как внутрь-то забраться. Никак? Что за бред? Я должен войти в подземелье, чтобы сдать квест? Или что вы хотите от меня? Блин, походу реально от меня хотят, чтобы я... Взлетел в подземелье и там сдал квест. О, давайте сначала важную вещь сделаем, потом второстепенную. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Нужно подойти поближе. Надо подождать. Не сейчас. В целом, как скажете. Нет, я тут не вижу, как сдать квест. Значит, это не то подземелье. Burning Crusade. Так, где еще одно подземелье? Где-то тут должен быть вход, нет? Где-то тут должен быть вход. Вот камень встреч. Почему рядом с камнем встреч невозможно найти, где вход? А, вот сюда. Тоже не то. Давайте искать, где еще одно. Сюда.
Даже здесь нельзя стать поезд. А, погодите, можно? Здесь можно стать поезд. Рад тебя видеть. Рад встрече. Береги себя. Ступай с честью. За Альянс. Береги себя. Теперь у меня дофига заданий из этого подземелья. Надо будет его пройти. Или отказаться. Давайте тут еще что-то сделаем, потом только... Что такое захватите вообще? Уже наши, да? То есть не считается, что я должен захватить. Давайте вот тот захватим, ладно. Вот если мне тут орда мгновенно трахнет, это будет грустно. Что я должен сделать-то? Захватить? Вот этого уничтожить буду, и я не хочу этого делать. Тем более, что это Тауренко Паладин. Возможно, конечно, это АФК персонаж. Ну, это будет позорно, если я проиграю. А я, конечно же, проиграю. Не достаю. Слишком далеко. Ладно, была не была, попробую. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Не сейчас. Недостаточно ярости. Надо подождать. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. У меня нет цели. Кошмар какой. Ну и что? Мне сейчас отсчитывается теперь, что это, что я захватил? Как захватывать-то, алло? А, вот тут движется вот эта вот ленточка, я понял. Зашибись, еле-еле победил АФКшного паладина. Повод для гордости.
Ну и сколько можно? Почему он так медленно захватывается? А, он стал нейтральным? И начинает дальше съезжать в нашу пользу. Я впервые, наверное, сейчас захвачу башню, если все получится. Давай, захватывайся. Нам зачли. Давайте попробуем теперь эту штуку захватить. Но если там есть прям жесткое количество орды, то я боюсь, что можно не справиться. Ладно. Кто это? Орк, воин, 60... О, воина я могу трахнуть, раз у 61 уровня. Я пока не могу использовать эту способность. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Слишком далеко. Нужно подойти поближе. Слишком далеко. Нужно подойти поближе. Ну что мне с ним делать-то? Как я его... атакую. Не достаю. Слишком далеко. Нужно больше ярости. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Недостаточно ярости. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Он меня убил 61 уровня. Какой же он идиот. Ну как так можно? Почему я проиграл даже воину, который просто бомж? Любой воин это полный бомжар. Не понимаю, а шмотки что ли плохие или что? В чем вообще рофл?
Я проиграл воину 61 уровня. Ну или 62, я забыл. Это катастрофа. Мне вот это надо как-то захватить. А оно как бы уже захвачено. А, ресталище нейтралитет, это ж хорошо. Хотя это означает, что еще сорта захватывает. Давайте я так тут пока посижу. Это захватит, только тогда туда прилечу. Может, я какие-то таланты не расставил, кстати. Ну, блин, у меня все для защитного вара талантов. Ну что, полная лояльность?
все и не вижу. Полная лояльность считается или нет? Получается, нет, есть куда стремиться. О, под контролем 2, то есть можно уже туда лететь. Давайте я до конца захвачу, если вдруг это полезно. Хотя, скорее всего, меня просто орда будет за это ругать, за то, что я так сильно захватил, им надо тут полчаса торчать. Все. Где тут и мне зачем сидеть долго? Я могу захватить. Могу же? Я понял, что меня смущает. Как этот вар смог взлететь во время боя? Я не могу, например, взлетать во время боя, а он почему-то смог. Вот что меня смущает чуть-чуть. Не, то, что я проиграл бомжу, это тоже меня смущает, но это тоже есть такой момент неприятный. Как вообще я мог проиграть? Как я мог не взлететь? А он мог взлететь. Ладно, мне лень ждать полчаса, пока я захвачу эту башню до фула. Поэтому давайте я ее не буду захватывать до фула. Заглянуть сюда, если тут какой-нибудь матерящийся орк, которому приходится это захватывать 100 лет. Но если и есть, то я его не вижу. Да, забавно, тут максимальная лояльность. На этой башне кто-то есть? Или я тут могу еще раз захватить тоже?
кто-то хватил. За болото поганое. Не достаю. Слишком далеко. Исчадие ужаса надо найти. А, вот исчадие ужаса вижу. Я не хочу этих слизняков заодно. Не сейчас. Исчадие ужаса я вижу, кстати говоря, очень мало. Хочу драться с паричком. Надо подождать. Нужно больше ярости. Не сейчас. 10 из чати надо. Нужно подойти поближе. Что за квест? Не сейчас. Надо подождать. Недостаточно ярости. Не достаю. Слишком далеко. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Забавно, что удалось и выстрелить, и сбить слово. Ничего себе, дружочек. А, тут на... обе тетки от мальчишки тоже нападают. Слишком далеко. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Thank you.
Нужно больше ярости. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Недостаточно ярости. Я пока не могу использовать эту способность. Нужно больше ярости. Не сейчас. Недостаточно ярости. У меня нет цели. Давайте доедим сосиски. И можно вот этого разобрать. Будет. Что с охранницами, я боюсь, я могу проиграть этому Аразиусу. Стыдно, конечно, он все-таки 63 уровня, но я уже проигрывал сегодня 63 уровню. Так что ладно. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Не сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Не достаю. Слишком далеко. Нужно больше ярости. А, все забрали. Дурачки. Всех забрал как-то. Кто это вообще? Да как по нему попасть, алло? Где она? Разбойница 60 уровня? Ну ладно, да, прости мне. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Некуда класть. Серьезно, прям я больше класть. Не унесу. Едкая лимфа. Давайте треснувший клык вместо этого выкинем.
Нужна помощь? Береги себя. Некуда класть. Привет. Я могу продать что-то тебе? Могу. Ну, поехали тогда продавать. Почему я не ношу щит тирана? Что я уже не ношу более крутой щит? Да. Вот тут вопрос, типа, хочу ли я это надеть? Удачи. Давайте попробуем еще раз надеть. Спрашивается, вот хочу ли я минус 2 силы, минус 1 к выносливости, минус 21 к рейтингу уклонения, но 19 к ловкости. Мне ловкость чем вообще не помочь? Нужна. Поэтому выкидываем. Это мне тоже не нужно. Персональный предмет кожи мне тоже не нужно. Все. Тут все понятно. Увидимся. Привет. Счастливого пути. Прощай. Увидимся. Можно сколько угодно получать опыт и честь, я понял. Счастливого пути. Давайте оставим. Рада встрече. Береги себя. Чем я могу помочь? Удачи. Нару нас не забыли. Да пребудет с тобой свет. Слушай, мне нравится кристалл. Ступай с честью. Да благословит тебя свет. Давайте это возьмем. Кираса, начальник мне нравится. Могу только один аксессуар носить. Я же могу несколько носить. Вот два могу носить. Это хрень какая-то. Давайте-ка
Давайте-ка уже это выкинем просто. А, я могу использовать любой предмет. Могу использовать любой предмет, который у меня есть в инвентаре. Не правда ли? Ладно, ну короче, это надо продать. Давайте вообще все это выкидываем. Плотные бинты, блин, из какой-то ткани. Очень смешно. Это пускай тут у меня лежит. Нет, перстень не надо Лестеракар позволяет мне сдать стишок Алисии, а мне это нравится, поэтому, наверное, я его сдам. Тут негде брать. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Береги себя. Удачи. Как настроение? Доброго пути. До скорой встречи. Удачи. Береги себя. Доброго пути. Thank you.
Не достаю. Слишком далеко. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Нужно больше ярости. Недостаточно ярости. Не сейчас. Нужно подойти поближе. Надо подождать. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Точно что-то видел. А, этот самый. Нужно подойти поближе. Слишком далеко. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Ты издеваешься, выстрели ты мне. Надо подождать. Не сейчас. Нужно больше ярости. Я пока не могу использовать эту способность. Сейчас. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Не могу использовать эту способность. Надо подождать. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Как жизнь? До скорой встречи! Береги себя! Слишком далеко. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Нужно подойти поближе. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Достаю. Слишком далеко. Надо подождать. Не сейчас.
Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Мне нужна цель. Слишком далеко. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Нужно подойти поближе. Надо подождать. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Не сейчас. Надо подождать. Слишком далеко. Не достаю. Слишком далеко. Сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Не сейчас. Надо подождать. Не сейчас. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Не сейчас. Неожиданности. Я пока не могу использовать эту способность. Не достаю. Слишком далеко. Достаточно ярости. Не сейчас. Я слушаю. Удачи. Горькая настойка стражи. Берни из крепости стражи пустоты. Сколько крепость стражи пустоты?
крепость стражей пустоты. А, это вообще находится не здесь, прикиньте. Это по существу находится здесь. Вот тут вот. Ничего себе. Не знал, что надо будет так далеко лететь. Давайте тогда отложим это. Хорошо, мне вообще на все пофиг. Мне единственное, на что не пофиг, это на руду. Это находить руду и ее добывать. Это сейчас не удается делать, потому что почему-то тут нигде нет нормального количества руды. Я польщена. Дельнадрис. Чем могу помочь? Ступай с миром. До встречи. Приветствую. Да осветит тебя. Чем могу помочь? Вечное солнце. Храни тебя, богиня. Удачи. Гневный колосс, господи. Забыли. Благословен путь, в котором идут избранные. Нару, нас Эл-Шана. Ищи путь света. Да будут дни твои долгими, а труды легкими. Ой. Много чего не состоялось. Но поскольку это в основном всякие вот эти вот массивные камни, будем верить, что у нас это влезет сюда. Итак, 446 голды. Очень быстро растет. Так.
Нет такого понятия, как кулинария за пределами. Есть просто кулинария. Кажется, есть просто кулинария, и все. Другого ничего нет. Ой, могу даже сюда залететь. Что привело тебя сюда? Храни тебя, богиня. Удачи, друг. Я дурак. Я, видимо, птичку не взял. А птичка — это то, что хотелось бы взять.
Прекрасно, мы посетили шатра. Кронакай, Кристор. Не теряй. Надеюсь, ты найдешь что-нибудь полезное. Всего тебе хорошего. Эшнуала, прощай. Береги себя. Замечательно. Какой милый стишок, спасибо. Так, я могу тут все-таки птичку взять или тут... А, вот птичку. Потратьте, есть. Мне нужно... Мне нужна комната с порталами. Всего тебе хорошего. Это односторонний портал? Я попал в Штормград. Приветствую. Да благословит тебя свет. Видите, это все время был. Это все это время это был односторонний портал. Я не могу вернуться назад даже. Нужна помощь? Счастливого пути. Что угодно. Прощай. Встретиться с тобой большая честь. Никто даже не посоветует, что мне делать. Ну, записал. Портал выжженные земли. Что столько односторонних порталов? Ну, в таком случае давайте мы все же разберемся с крепостью Стражи Пустоты и вернемся в Штормград.
доверие Мирина. А, господи. Мне нужно купить. Как дела? Горький напиток. Давайте два купим. Я один сам выпью. Всего хорошего. Вы пьяны, вот это да. Ладно, нет, я, честно говоря, не хочу сейчас давать этот квест. Займет слишком много времени. Давайте просто полетим назад. Мифрил, что ли, вообще? Истинное серебро. То, впрочем, тоже для бомжей. Крепкий алкогольный напиток оказался. Thank you.
косяк шалфокуня я не буду ловить. Могу медную жилу выловить. Нужно подойти поближе. До нас нам нужно. Зачем ты сделали, чтобы это было только 70 уровня? Чё, издеваетесь? Так, все, мы молодцы. А надо продаться. Медная руда подорожала внезапно. Около окна каркает ворон. Кошмар. Еще бы мне не хватало, чтобы она залетела, например. Я вот тут разлегся.
частица земли продается за 8,58. А торговцу можно продать за 4. Разумеется, я хочу за 8,58, а не за 4. Дальше начинаются сложные вопросы. Вот мифриловая руда, например. Она наверняка мне нафиг не нужна. Но раз она мне нафиг не нужна, надо ее за сколько-то продать. Правда? Сколько можно? Почему по одной штуке выставляем? Так, следующий лот — это серебряная руда, которая, видимо, подорожала. Иначе стоит 2,24,97. Следующий лук — массивный камень, который стоит 2,62. Ну, значит, мы... Давайте-ка мы перепроверим, сколько он там стоит. Реально 2,62, значит, мы его выставим за 2,61. Хорошо, следующий лот — это частица огня. Частица огня стоит... Но она столько не стоит. Ну вот, штука уверена, что она столько не стоит. Давайте ее поставим за 2 голды хотя бы. Давайте поставим за 1 голду сюда. За 2 голды... сюда. Хорошо, следующий лук — это плоть опустошителя. Плоть опустошителя. Она мне не нужна уже. Хорошо. Дальше идет вот этот вот рецепт. Идем дальше. Тяжелые наручи. Темные чешуи. 87 голды. И это половина, по его мнению. Давайте выставим
Так. Дальше идет цирконовый амулет. Говорят, 75 голды стоит. Давайте. Так, поставим, как он предлагает. Хорошо. Шлем темной чешуи. Честно говоря, немножечко не верится. Давайте выставим, как он советует. Грубый камень. Вот грубый камень — это легко. 19.99. Все еще я стою. Вот за столько времени я все еще остался тут. 19.99. 15.98. Дальше идет тигровый глаз. Кто ставит это так дорого? Это же бред. $15.96 он стоит. Неподходящая цель. Легкое перышко. Легкое перышко. 7.79. Следующий лот — это мясо конюка. 74.31. Сорок семь тридцать один. Следующий лот — это... Вот это надо продать просто. Значит, вот это следующий лот. Скальп клана Костеглодов. Значит, давайте броня. Кожа, голова. И мне нам нужен 57 уровень. Но это даже не смешно. Но почему это стоит 2000 голды? Кто это придумал? Пояс. Броня, ткань, пояс. Нам предлагают 58 уровень. Смотреть. Девяносто восемь голды записал. Так, как, ну, я не знаю. Башмаки темного гребня со знаком мартышки. Кстати, прикольно. Ладно. Значит, давайте сбросим. Это у нас ступни. Латы. Требуется 59 уровень.
59 уровень, это у нас... Конечно, тут есть 500 голды. Эти башмаки темного гребня, но я не верю в это. Давайте сделаем 23 голды. Даже 19 голды. Частица тени. Следующий лот. Семьдесят восемь. Давайте продадим. Отлично. Дальше идет. Вот этого еще раз я должен продать. Это я должен продать. Разноцветные пусты с знаком ловкости, кстати, красиво звучит. Давайте. Шея, броня. Нет, это, видимо, аксессуары. А где это? Предметы, что ли? Я не понимаю. Бусы вообще не существует слова или что? Давайте хоть как-то выставим. Не понял вообще. Знак различия Альянса. Снимает эффекты, затрудняющие передвижение, вызывающие потерю контроля над персонажем. Звездный рубин. Это, кстати, видимо... Не очень понял. То есть я должен, не должен что-то ставить так дешево. Давайте поставлю 5,99,87. Но не буду скупать все, что дешевле. Поверим просто в рынок, что он порешает. Так, значит, теперь от меня требуется продать. То есть две ерунды. А давайте посмотрим, что у нас там с аукционами в целом. Молниевый угорь удалось продать. И ни на что не отстал. Я могу помочь? Знак различия Альянса. Ну, собственно, что я могу сказать? Кстати, вот это полная хрень, как я понял. Смотрите, давайте я сниму щит себе. Что тогда он? А, нет, тогда он увеличивает все, кроме силы атаки. Но простим. Счастливого пути. В таком случае, ладно.
таком случае оставим так. Тогда давайте я просто огромную скаку. А, я должен выполнить пару пустов. Помочь что-нибудь найти? Ступай с честью, друг мой. Что угодно. За Альянс. До встречи. Я забыл, их, видимо, уже тоже было. Привет. Прощай. Это увидимся. Уже было. Как дела? До скорой встречи. Здесь надо ловить сраных крабов. Да, здесь надо ловить крабов. Мне не дали зелье дыхания под водой, что ли? Я краба еще и не поймал. Ну бери ты его, ну почему ты его не берешь? Просто кошмар какой-то.
Я два раза должен попасть по крабу. То сначала просто попасть по крабу, а потом еще сказать, что типа сделай действие с этим крабом. Ой, все. Чем могу быть полезен? Береги себя. Всего хорошего. Помочь тебе что-нибудь найти? Береги себя. Удачи. Обломки статуи кита. Честно говоря, это похоже. Чем могу помочь? Это хрень. Сырая блестящая рыбка. Удавник. Давайте продадимся. Сырая блестящая рыбка — это просто позор. Я не знаю, что с ней можно сделать. Ой.
Да, нам надо смотреть путь. Кстати, я еще попробуем когда покупать всякое. Вообще нет, давайте сделаем полный скан. Что я хочу?
Меня кикнули. А зачем меня кикнули-то? Ой. Зачем меня кикнули? Просто так? Решили и кикнули. Или бан в причине пользуешься аукцион-ботом. Да? А с нуля только можно, да? С нуля я не хочу. С нуля мне уже интересно. О, я продал всякую хрень, в том числе частицу огня. Неужели реально частица огня стоит? А, они всю частицу огня скупили или что? Не понял. Реально стоит столько? Кто получил-то ее? Мимикричи. Мимикричи выставился после этого подороже? Нет, пока не выставился. Странно, ладно. Частица земли тоже продалась. Удавник, кстати, продался. Маленькая, сырая, блестящая рыбка. Да. Ну... Тут не пожалуешься вообще, очень неплохо, что это все произошло. Не поняла, почта никакая не приходила за это время? Приходила. Я купил... За две бронзы я купил какую-то хрень. Еще за две бронзы, еще за две бронзы. Ничего себе, я выиграл какие-то две фиговины, которые не стоят гораздо дороже. Ну вот получается, выгодно, выгодно находить всякие предметы, которые стоят типа очень мало. Давайте, допустим, поиск. Bid each попробуем. Вот почему, почему он так сделал? Там же была штука, которые дешевле, чем сток. Почему так получилось? 42 самые дешевые или что? Вот 22. Почему оно оказалось по порядку сортировки так странно? То есть от меня ожидают, что я пройду все вообще, все оружие. И отсортирую. Ладно, давайте быстренько это сделаем. Колда у меня нормально капает. Ну, точно не то, что прям супер нормально. Bit total. Ну хорошо, видимо, я посортил сейчас по биду более-менее как-то. Учебный меч. Продать торговцу. Всякие зеленые шмотки, сомневаюсь, что они стоят дешевле, чем продать торговцу, поэтому можно их скупать на самом деле. Я так думаю. Давайте попробуем. Значит, ставка. Я думаю, тут ставка. Я думаю, тут ставка. Верный молот со знаком ставы. Тоже должно быть. Ну, по крайней мере, это распылить даже выгоднее. Вдохновение Окфлинта, наверное, тоже можно скупить. Вообще тут можно много чего на что поставить просто.
купить у торговца? Нет, это бред какой-то. Мушкетон. Давайте что-то подороже я хочу. Вот это, 26 уровня у нас не вызывает сомнения? Чё он так дешево стоит? Вообще хочу предметы, которые, которых цена вот такие, допустим, какие-нибудь. Ну это однозначно надо, по крайней мере, делать ставку. Ну, мне советую, что распыление тут дорогое. Я чуть-чуть посмотрю. Ладно, дальше уже непонятно. Давайте посмотрим тогда броня. В броне слишком много списков этих. Задолбаешься все это листать. Ладно, что еще есть? Контейнер. Вот контейнер должен быть, наверное, попроще. Спустимся назад и посортим по бит тоталу. Ну понятно, что это бот, то есть это без шансов, но типа пытался бит ич. Вот что он врет, бит ич не такой должен быть. Че он врет-то? Если я пролистал весь бит, и он там есть меньше, чем вот. Вот это уже справедливо. А, вот тут как раз такая хренота, который тут миллион штук есть, да? Вот хочется кого угодно, но не караса. Потому что караса это ложь. Караса это неправда. Рецепт жареной кабанятины. Купим. Ну, конечно, это не купит, но давайте попробуем. Просто чисто как факт, чтобы было. Символы, ладно. Что за символы? А, тут тоже миллион фигни от Карасава. Ну, разумеется. 218 страниц от Карасава. Мы ничего из этого не купим, конечно. Но зато мне вернут бронзу. Я даже не знаю, что такое символ все еще, по-моему. Хотя написано минимум 44 уровень, то есть я уже вроде бы должен уметь. Давайте дальше. Хост товары. Кровавая креветка. Кстати, вот это можно скупить, потому что оно все без вопросов. Очень дешевое.
есть хотя бы на Ксюшу Мортал есть шанс, что она забудет это убрать. Я получу кучу креветок, которые можно продать или торговцу, или науке, не за одну бронзу. Я сам себя скупаю великую таинственную субстанцию за одну бронзу. Что происходит? А почему у меня пропадает? Ваш товар медный рода нашелся покупатель. Я, кстати, не против. Пускай будет покупатель. Это все. Дайте вот сил карасу скип по возможности. Потому что та самая ситуация, когда я не верю, что это могу купить. У кого угодно смогу, но у него не смогу. Большой стечий осколок, кстати, один из самых дешевых у меня. Смешно. Это тоже я. Забавно, что я... У меня можно найти в практике. Серебролист 5 за каждый. Просто продать торговцу 10 за каждый. Нежное мясо кроколиска. Тоже можно продать вообще торговцу за такие деньги. Мироцвет. Ладно. Сырая скумбрия. А, это бит тотал? Оно тут все равно бит каждому, да? Тонкая кожа. Вряд ли такая дешевая. Шерсть тоже вряд ли такая дешевая. Печень кровоклыка. Саля. Серебролист тоже понятно. Льняной материал, кстати, норм. Пускай будет. Давайте, ладно, пойдем дальше. Боеприпасы. Какие боеприпасы и почему... Ну... А... Нельзя боеприпасы чисто открыть? Колчан. Господи. Рецепты. Вот рецепты, кстати, это интересно. Рецепт это интересно. Давайте, ладно, давайте попробуем пока подходящее тыкнуть. Что мне покажут подходящим? Подходящим жареное мясо копытня. Кстати, ну блин. А я могу его сам получить? Купить у торговца реально можно за 3 голды. Странно тогда мне, чтобы я его покупал. Не правда ли? Пирожок из паучатины. Манускрипт ненасытности я выставил. Камни. Камней слишком много. Ну, конечно, Карасав выставил тут все. Было без шансов. Камень тени, вот обещают, что аукционная цена золота, тут 20 бронзы. Mm.
Ладно. В целом пока достаточно. Давайте посмотрим, что у нас там в почте. И все. Аукцион состоялся, медная руда. Я получил какую-то... одну медь? Серьезно? Почему? А почему так происходит? Медная руда... самая дешевая, что ли? $69.20. А я за 70 ее ставил, то есть дороже. $69.20. Нет, ну ладно. Договорились в целом. Мне же только лучше. Давайте тогда выставим вот эту хрень, которую я купил за копейки. А, я не могу? Или могу? Хрупкий сердолик. Я умудрился его купить за бронзу, хотя он стоил 9 голды. Это смешно. Давайте его выставим. 8,99,72. Это я не понимаю, а лицит почему? Совершенно растрескавшийся лицит. Ну хорошо, значит, это примерно один голд. Но, поскольку он совершенный, давайте его выкупную цену сделаю 20 голды. Не очень знаю, что это за лицит такой. А! Сердолик еще есть, тоже совершенный. Кстати, 32 голды стоит. Давайте-ка я это отменю. И выставлю его тоже за сравнительные суммы. А вообще давайте за 99 голды, раз это единственный предмет на аукционе. Так, поехали, значит, еще раз. Сначала ставим совершенный сердолик. Видим, что он стоит вообще дофига. 32.90. И то же самое, значит, я ожидаю здесь. Вот это справедливая цена. Вот это я понимаю. Я покупаю подороже. Дружочки. Может, такого камня другого на аукционе нет. Так, это у нас что? Не достает. Слишком далеко. А, аукцион состоялся? Куча. И что там с голдой? 700 сейчас станет.
Нет, 700 не станет. Ну и ладно, тогда.